Друзья, здравствуйте! Сегодня я с вами хочу коротко поговорить о маркетинговой стратегии для ресторанов и кафе и рассказать вам про курс, который мы делаем для рестораторов, которые хотят развиваться, расти в раскрутке ресторанов и привлечении гостей в свои заведения. Как всегда говорю, любой ресторанный бизнес стоит в трех китах. У вас должно быть технология управления, технология приготовления и технология продажи. Без отсутствия одной из этих китов ваш ресторан обанкротится на 100%. Поэтому, когда нет один из этих китов, у вас будет в эту сторону сильный перекос. На сегодняшний день можно производить все, что угодно. Нету никаких проблем с технологиями, рецептами. Даже можно найти профессиональных управленцев. Но если вы не сможете эту продукцию продать, поверьте мне, компания полностью обречена. Человечество очень много всего придумало гениальных вещей, которые вовремя не смогли реализовывать. Через 50-летие, столетие потом они выходили и говорят нам, вот это тогда еще придумано. Но понимаете, когда его придумали, человек, который это изобрел, не смог продать. И только поэтому столетиями это лежит на полках каких-то просто гениев конструкторов, потому что они круто могут что-то придумать, а продать не могут. В современном мире вы просто не можете себе этого позволить. Поэтому рекомендую вам много роликов посмотреть на моем YouTube-канале, как раскрутить ресторан, а также людей, которые в более профессиональном уровне хотят этим разбираться, приглашаю на курс «Маркетинговая стратегия для ресторана и кафе». Здесь вы узнаете, как с нуля раскрутить кафе, когда начинать рекламу, как его поддерживать и как сделать так, чтобы ваша маркетинговая стратегия отличалась от всех, чтобы люди чувствовали вашу эксклюзивность, а самое важное, что это не казалось рекламой. Мы с вами проговорим на курсе, как определить свою целевую аудиторию, какие площадки использовать для привлечения ваших гостей, что такое кросс-маркетинг, как работать с онлайн-рекламой, как работать с офлайн-рекламой, какие виды рекламы эффективны и на какие виды рекламы, в принципе, не стоит тратить деньги и время. Также научимся разрабатывать вау-фишки для ресторана, который будет подчеркивать вашу эксклюзивность. Поэтому для всех людей, кто хочет заниматься раскруткой ресторана и хочет заниматься на профессиональном уровне, приглашаю на курс «Маркетинговая стратегия для ресторанов и кафе». И как всегда, с вами эксклюзивная информация Айбек Иксо. Ждем вас на курсе. До встречи!